Ой. Так. Всем привет, с вами Дитрокс, и сегодня поиграем в группу под названием Head and Seek with Billy. Это типа игра похожа на спрятайся от страшного человека, или как там называется, не помню. Но очень классная игра. Короче, как понял, тут нужно прятаться. И тут на стенах, да, нарисованы такие картинки. И что там нарисовано, там не нужно прятаться. Типа нужно спрятаться от него, вообще наша задача такая. Да, просто нужно искать рисунки, где не прятаться, и все. Блин! Жесть! Понятно, теперь понял. Ага. И честно, я удивлен. Я не ждал, что так будет. Короче, теперь понял. У нас первая ночь. Посмотрим, что здесь. Здесь вроде ничего не нарисовано. А, нет, нарисовано. Так, где одежда? Где телевизор, где прятаться? Хорошо, я понял. Вроде шкафа у нас не было. Мусорка. Ага, где спать нельзя. А здесь что нарисовано? Здесь ничего. Ай-яй-яй, у нас уже время заканчивается, быстрее бежим. Пойдем сюда, пробуем сюда пойти. Все. Ой, блин. Как это стрёмно? Ой, блин, тот открыл дверь. Но вроде не было нарисовано, что нельзя прятаться в ванне. Блин. Пожалуйста, только не я. Пожалуйста. Я прошу тебя. Ну фух, мне хотя бы уже спокойно, все. Вроде он ко мне не пришел, значит все будет хорошо. Ну. Так. Ой-ой-ой! Только не надо. Только не говори это. Да блин! Да я понял, что не нужно прятаться там, где... Там, где он рисует. Хорошо. А, коробка здесь. А, может, там было просто нарисовано, не заметил. В шкафах. Что, утка. Спать вроде можно, да? Нет, спать нельзя. А, почему нельзя? Это мусорка. Тут одежда. Не знаю, что означает одежда, это, наверное, здесь. Хотя нет. Мусорка нельзя. Одежда, это что? Это здесь? А почему бы нет? Знаешь, что мы сделать? Закроем все двери. И сейчас спрятаемся. Хорошо. Так мне кажется, будет интереснее. О, да, все зашел. А там, кстати, музыка еще играет. Блин, слишком классно. Мне эта игра нравится. Просто не играл в оригинал. А, вроде называется «Спрячься от человека под окном». Вот так называется игра. А на английском я не помню. Блин, пожалуйста, только не надо находить меня. Прошу тебя. О, он близко. Может, там все проверяет, да? Он слишком близко ко мне. О! Хорош! ладно. Коробки. Мусорка. Хорошо. Будем прятать быстро, если что. У нас очень мало времени. Я, конечно, не ожидал такого, но... Коробки нельзя, да? Так, здесь спать можно? Утка. А, утка-то есть, короче, ванная. Если утки нет, значит можно. Так, вроде тут нету мусорки. Телевизор. Одежда. А мусорка где? А, мусорка есть, значит можно спать можно. А не было написано, что нельзя спать. Вот здесь нарисовано. Пожалуйста. А музыка все равно играет, кстати. Это смешно. Вот, оно сейчас идет, видимо. Я прям по стучению сердца слышу его. Давай. Хорош! Давай, я сплю, все, там ничего не было нарисовано. О!
Да ну! Реально сработало. Блин, игра интересная, кстати. Всегда мечтал поиграть в эту игру. Но вот иногда, недавно ее выпустили в Роблоксе. Ну, типа, какой-то создатель там. Он еще ютубер. Ну? Что там делать, кстати, так долго? Нельзя мне выпустить? Пожалуйста, давай я с тобой уйду тогда отсюда. А! Ты че ко мне пришел обратно? Совсем уже? А мы с такой стороной, кстати, играет. Блин. Ой-ой. Все, он вроде ушел. А, может вылезать, наверное, да? Понятно. Блин, капец, испугался, когда это с утком. Так. Понятно, спать нельзя. Телевизор. А где телевизор, кстати? Я вроде не вижу телевизор. Вроде мусорки, кстати, не было. Хочу проверить. Подожди-ка, тут есть. Так, коробки нельзя, хорошо. Ой, блин. Так, тут нельзя прятаться, потому что была утка нарисована. А здесь что? Здесь ничего не нарисовано, да? Иначе, мне кажется, можно это, мусорки прятаться. Как ни странно это не звучало, но можно, думаю. Блин, это, кстати, стремнее, стремнее. Я теперь прям буду видеть, как он ходит здесь. Я теперь все понял. Просто в оригинале вроде такого не было, что с радио связано. Ну, я точно не знаю, так что сорянчик. Сорянчик. О, хорош, давай. Я тут, меня тут нету. Хорош. Ура. А, подожди-ка. Развери. А, двери сами открываются, да? Значит, не нужно даже их закрывать. Ой, блин. Он проверяет два раза, кстати, как понял, да? Хорошо. Все, уходи отсюда. Радио не включено. Музыки нету, никто не слышит ничего. А подожди, как он иначе на меня нападает, если радио типа включено? Типа я думаю, что я сейчас там. Смотри. О! Хорош. Ой, время! Так, телевизор. А, может за телевизором? Так, коробки вроде кажется ничего нету, да? Так, у нас телевизор есть. Дальше у нас мусорка. Ботинки? Спать. А коробки не было, да? Хорошо. Музыка, музыка. Капец, это жестко становится. Ой, блин. О, а теперь увидеть, как он ходит здесь. А здесь что, сорян, я просто забыл, что хотел сказать. Ой. Так. Блин, а здесь сейчас мне Night 2 не проведет. Ага. Понятно. Так. Я еще не знаю, где могло быть это нарисовано. Спать нельзя, рубашка нельзя. Так. Ага. Тоже нельзя бегать, да? Блин, с каждым ночью сложнее и сложнее становится, да? Время просто быстрее идет. Я не успеваю все делать. А здесь нету. А где картинка вообще, не понимаю? Куда они могут спрятаны быть? В коробках не было ничего, да? Нас можно спрятаться. Вроде не было. Пробуем еще раз. Надеюсь, ничего не будет. Нет! Ой, нам все равно конец. Музыка все равно играет. Короче, давай сейчас произойду и начнем заново. Я уже буду все знать тогда. Все, короче, я произошел. Так, нас коробки сразу идет. Ага, он стучит опять. Ему что-то не нравится, блин. Че он ко мне приходит все время домой? Нужно узнать. Так, коробки, спать. Мусорки вроде нету, кстати, да? Блин, я смотрю во все углы. А все равно иногда не работает. Да ладно. Спать.
копать можно. Ладно, шучу, нет. Ни в коем случае. А, 3 секунды уже. Ага, мусорки нельзя прятаться. И умывальники. Нет, опять. Блин, я так тупо думаю. О, опять. Опять начинается самую ужасную ночь. А, сейчас ночь уже, да? Хочу сказать, самое ужасное утро. Ладно. Так, коробки, короче, да? Они тебе прятаться в мусорке. Но уже проверить, что там находится у нас. Так, ага. Одежда. Так, где у нас это? А, то они могут прятаться где хотят. Интересненько, кстати. Нужно прям внимательно смотреть. Но вот времени немного дают, как-то мне кажется. Кстати, вроде спать можно, да? Спать вроде можно, да? Быстрее идем. Так, здесь что нарисовано? Ничего не работает. Здесь? Спать идем туда. Быстренько. Фух, блин, я успел. Одна минута оставалась до этого. Хотя тут секунды, мне кажется, идут. А, видимо, забыл. Где ты рисуешь? Ладно, напомним, про быстро будем идти. Жаль, что не бежать нельзя вроде, да? Так, телевизор. Ты говорил, что... О. Так, короче, музыка, точно я забыл тебе. Выключить. Так, телевизор, и это нельзя... одежда... То есть, ботинок, ой. А? Туда нельзя идти. Одежда опять, стоп. Два раза одежда? А, нет, не-не. Спать, пожалуйста. Можно спать мне, пожалуйста? Блин, слишком злой какой-то. Вот это супер быстрый, короче, все. А. Музыки нету. А, давай. Фух. Ну я могу один уже не пугаться, потому что. Ну, я все понимаю наперед. Вроде там не было нарисовано, что нельзя спать. Бам! Что? Ой. Страдаем. Подожди-ка, я что-то. Я теперь. Очень интересно. Что прикол? Почему я не вижу некоторые это картинки? Придется теперь мне смотреть очень внимательно. Прям уже все знать места. Ага. Так, здесь кровать. Утенок. А здесь что есть? Нет, то спать вроде можно. Блин, я чуть не забыл радио выключить. Ох, бежим, бежим. Блин, как же медленно все же. Телевизор? Ботинки. А где? Тут можно стоять, что ли? Коробки. Начнем спать. Спать. Все, фух. Пожалуй. Если умру, то я не знаю, что я сделаю. Я все осмотрел. Может быть, кстати, это баг. А не знаю, может быть, это будет баг. Так что это стрёмно здесь. Хорош! Ну ладно, все, фух. Музыки нету? Хорошо, все хорошо. Раз музыки нет, то все хорошо. О, все. Ты ничего не забыл. Хорошо, я понял тебя. Время! Ага, может быть, за этим. Утка. Мусор. Мусор, мусор, мусор. Мусор! А что так быстро? Мусор, мусор. Одежда. Коробки. Вроде нет спать. Можно спать мне, да? Ух! Так, мне кажется, мне везет, потому что я должен все время спать. Потому что я не вижу, где можно спать. Вот и слепой, вот я не знаю. Что-то со мной не так. Но сейчас мы проверим, насколько я слепой.
Ой, да-да-да. Музыка! Музыка, блин. Он меня не заметит, может быть, заметит здесь. Музыка тупая, тьфу на тебя. Хотя и на стенке тоже хочу наплевать здесь. Короче, давай так. Если хочешь, чтобы я продолжил играть в эту игру, да, и дошел до конца, ставь лайк, пиши комментарий обязательно. Еще не забудь подписаться. А так, с вами был я, Дайтрокс, и всем пока.